Всем привет, дорогие друзья, с вами Инди, и сегодня мы снова поиграем в замечательную инди-игру под названием Rain World. Нажимаем Continue и снова погружаемся в мрак и уныние. Да, игрушка немножко, если честно, наскучила, но мы пройдем ее. Не знаю до конца, но она, по-моему, чуть ли не бесконечная, ну, не бесконечная точно, но все равно очень длинная. Я у другого человека смотрел, у него серии так, наверное, 40, он зашел намного дальше меня, и все равно игра все еще не прекращается, это просто ужас какой-то, насколько она длинная. Но хорошо то, что игра на моем ужасном процессоре не лагает, на который я недавно купил. Получается, я купил новый процессор, который хуже, как только я начал развивать канал. То есть вы еще мой старый процессор не видели, который мощный. Так, что мы будем делать? Я не знаю, что мы будем делать. Мы куда-нибудь поплывем, куда-нибудь пойдем, я не знаю. Еды тут нету, нам нужно... Куда нам нужно? Я не знаю, куда нам нужно. Нам нужно куда-то идти. Опа. Стоп. А сверху что? Или я сверху и пришел? Хороший вопрос. А снизу что? Стоп. Где я? Я не помню это место. Вы помните это место? Я нет. Ой. Воу. Интересно. В смысле, а что он мне показывает, что там внизу опасность? Йо, что это? Да что? Ничего себе. О, птичка. Спасибо. Ну-ка, еще. Еще один. Это что такое? Нифига себе. А что это? Да, конечно, новых противников тут дофига, у которых я еще не видел, в смысле. Очень. О, у меня еще птичка. Откуда у меня столько птиц? Кстати, я уже наелся неплохо. Так, туда я не пойду теперь. Теперь я перехотел. Ой, я не помню это место, я вижу там алмазик. Кстати, мы через ворота проходили или нет, я не помню. Это птичка. Мне Патата, кстати, писал. Берись. А, ты мертвая. Мне, кстати, Патата писал. А, нет. Патата писал, что, оказывается, тут есть такая странная система, очень странная, что если мы скормим эту птичку, вот этому крокодилу или слизни крокодилу, я не знаю, как его назвать, переспим с этим крокодилом, то он станет нашим другом. Это, конечно, немножко странно звучит. Так, что у меня внутри? Посмотрим. Ага, лучше возьмем это, пожалуй. Вопрос, куда мне идти? Кстати, интересное место. Я тут не был. Ну, поисследуем давай немножко, потому что толку сюда идти нету. Здесь ничего такого нового не будет, потому что, ну, это такая территория, которая уже исследована. Тут выхода нету. Так, ну, просто походить здесь можно. Походить, погулять, я не знаю. О, птичка. Поймали. Наесться можно. Неплохо так. Вижу еще один алмазик. Слушайте, тут одни алмазы этим. Так, он еще. Но тут ничего такого сильно опасного нету. Кроме вот этих, вот этой фигни. Я не знаю, что это за фигня, но она вроде как не сильно, так сказать, агрессивна. О, слушай, гигантская локация. Просто гигантишая. О, еще один. Но не сильно опасно. Воу, не-не. А что за звуки такие? А что за музыка такая? Интересно. Ладно, не, я туда уже не пойду. Ой, знаете, я сейчас глупую ошибку сделал. Как я отсюда выберусь теперь? А, нормально. Музыка прикольная пошла. А, в смысле, ну зацепись. Ну что за лох такой, давай, во. А все, уходим отсюда, потому что здесь мне делать нечего. Абсолютно нечего. Не, ну не нужно сюда. Мне нужно уходить. Так, эти штуковины уползли. Ну, одна здесь рядышком, но она не сильно опасна. Ладно, мне нужно уходить. Давайте уходим отсюда. О, времени мне мало, кстати. Мне нужно скорее уходить отсюда. Как можно. А как я отсюда уйду, кстати? Хороший вопрос. Мне нужно копье. Копий я не вижу. Мне показывает, что слева убежище, да? Что делать, придется сюда идти, что ли? У меня вариантов сильно нету. Ладно, придется идти налево. Конечно, не очень хорошая идея, потому что туда нам точно не нужно. Это не тот маршрут, который нам нужен.
Я вообще не знаю, куда он нас приведет. Потому что нам нужно вообще на, ну, направо. А куда мы идем, фиг его знает. Это мне придется возвращаться. Очень далеко возвращаться. Ну ладно. Раз уж мы сюда зашли, то давайте или умрем здесь, как один из вариантов. Или уже будем переночуем здесь. Но мне кажется, скорее умрем. Куда это ведет? Слушайте, меня эта игрушка удивляет. Она как бы такая очень длинная. Столько локаций разнообразных. И непонятно, куда идти. Вот смотрите, куда идти? Вот куда идти? Фиг поймешь. Я убежище сверху вижу, мое предыдущее. И смотри, сколько здесь кристаллов. Просто ужас какой-то, сколько этих кристаллов. Тут им завалиться просто можно. О-о-о. Ой, ой, извини, чувак. Пожалуйста, я не хотел. А ну блин, летите. Во, вейды. Правда, мне и так уже много. Да блин, ну возьми ты. Дурак, ой, дурак. Давай, ешь. А, все, у меня уже полное. Окей. А копье зато потерял, молодец. Куда мне идти, вот чем вопрос. А, под водой идти, о-о-о, ненавижу воду. Да плыви ты. Да плыви, дурак. Че, умер? Умер, что ли? Ты серьезно? Около самой поверхности? А-а-а. Окей, все, сюда мы больше не идем. Здесь нам делать абсолютно нечего. Тут просто какая-то фигня, чушь. Нам сюда не нужно, нам нужно наверх. Блин, зря только куча еды потерял. И куча времени причем. Так, уходим. Я, кстати, начал записывать звук немножко по-другому. Не знаю, как вам больше понравится, но должно понравиться новое звучание. Потому что будет лучше слышно мой голос, и лучше будет слышно музыку. Ну, из игры. Но возможно, что будет слышно эхо. То есть, как бы, звук записывается сразу с двух сторон. Из динамиков и с микрофона. Ну, это не очень хорошо, но я знаю. Я просто не знаю, как это хорошенько так... О, нифига он меня подкинул. О, кстати, вот как раз вы... Блин! Я же в таком классном месте был. А, кстати, я же могу там пройти. Чё я туплю? Я же могу забраться здесь, правильно? Давайте сразу наверх пойдем, чё я туплю, скажите мне. Вот. Сейчас мы заберемся и коротким путем пойдем. Да, блин, ну чё ты лагаешь? Не лагай, пожалуй, во. Давай, нормально, выстрел. Во, прыжок, ура. Я бы еще, кстати, когда процессор куплю, блин, Fallout 4 поиграем. Потому что мой сейчасшний процессор, он вообще никак Fallout 4 не потянет. А вот новый по-любому, даже на ультрах возможно. Ну, возможно, не факт. А знаете, в чем минус? У меня разрешение экрана плохое. 4:3. А Fallout 4 он не по... О, местный житель, привет. Еще местный житель. Я бы вам кристаллик дал, но у меня их нет. Они вот там внизу. Можете походить. А почему не написано, что они опасность предоставляют? Ну, я бы не сказал, что они прям сильно опасны, но лучше с ними не связываться. Убьют, даже не заметят. Не-не, не кидайся. О, что такое? Ты еда, что ли? О, сразу двоих, что ли? Давай, ешь. О, что там было, там сразу два было, что ты сразу обоих не поймал? Я не понимаю этого слизняка-то, ну ладно. Во, поймал. Нормально. Давай, бежим отсюда. Так. О, стоп. А я здесь был? Так, отберу у него копье, а то поранит еще кого-нибудь ненароком. Кстати, пригодилось. А, мне кажется, тут еще одно копье. А, нет, тут эта штуковина. Все, понял, бежим. А я здесь был? Я не помню. А, да. Вот я правильно иду, кстати. А, я мог вообще заблудиться, если честно. Так, копье. Во, молодец. Давай, поднимаемся. Так, копье. У них копья прикольно отжимать. Можно столько копий. Офигел? Я тебя сейчас с копьем кину. Ай, блин, мы еще даже это не брали, фигню. Жалко. Ну ладно. Так, копье можно выкинуть. Не пригодится. Хотя, может и пригодится, но главное не перепутать кнопки. Тогда будет очень невесело. Так, и сразу, блин, сообщение. Так, вот. Копье, ай, ладно, выкинул так выкинул. Я хотел проверить просто, в какой руке у меня... Ну, какая рука будет первая. Так, давай еще возьмем. Нет, он кидает это. Значит, ой. Зачем я выкинул? 2-2. Так, в смысле, он все равно... А, ладно. Выкинь.
Во. Все, ладно, не буду тогда ничего трогать, потому что он все равно первым кидает именно вот эту фигню. Где? А, так, чуваки, держите. Сейчас, подойду к вам, подождите. Держите. Все, плата за проезд есть. Теперь копье у вас заберу и пошел я. Все, не трожь меня. Вон, видите, он рукой машет. Я только сейчас заметил, кстати. Ну, как бы я замечал уже давно, но именно сейчас я понял, что, типа, он пропускает нас. Это как пропускной пункт. Пункт. Блин, пропусти меня. О, допрыгнул, нормально. А как я раньше... А, я раньше понял, как... Я понял, как забирался. Тут еще чего... Сколько их здесь? Просто ужас какой. Тут прям дофига. Так, вот здесь сейчас будет самое сложное. Не знаю, что именно, но нам лучше сейчас по странице так забирай. Да, я уже знаю, что он любит у меня все предметы забирать. О, вот они. Отпусти меня. Отпусти меня. Да что такое, она за меня схватилась? Вот топишь же. Во. Кыш. Мне еда нужна, во. Подожди. Во, еда? Еда. Нормально. Все, бежим отсюда. То я боюсь. О, красная опять. Не-не, красная не опасная. Все, едим и валим отсюда, потому что сейчас еще птеродактиль прилетит. Нам лишние проблемы не нужны. Абсолютно. Так, пусти меня. А, здесь мы были, тут легко. Прыжок. Прыжок. Кстати, очень даже легко. Я как-то в первый раз не очень хорошо здесь прошел. Долго, точнее. Кстати, еще даже никто не прилетел. К счастью. К большому. Так, а, это место я помню. Здесь нужно схитрить. Поймать вот эту птичку. Или, я не знаю, как ее назвать. В общем, вы поняли. Убежать. Главное, в воде не оставаться надолго. Вот, давай, иди сюда. Иди сюда. Ну, блин, ну что он ушел-то? Давай, иди сюда. Ну, блин, ну покусай меня, не знаю, у меня времени мало. Давай, там мне что-то не проплыть. Блин, иди сюда. Одного уже доедают. Вот эти рыбки, они очень опасные. Давай, иди сюда. Сюда иди. Ой, тупая. Нафиг она твоя пошла. Во-во, иди сюда. Сюда иди. Я ж не перепрыгну без тебя, подожди. Вот, подождите, держите ее. А и только не меня держите, подожди. Иди сюда. А, не-не-не-не. Стой. Во, поймал. Обманул всех. Молодец, бежим отсюда. Вот, сейчас будет попроще. Во. Теперь у меня есть ускорение такое небольшое. Вертикально, а там ее доедают уже, смотрите. Жестко. Во, я даже до воды не дотронулся. Так ощущение, как будто на воздушном шарике, вот, честное слово. Вот, все, мы дошли до сюда. А теперь мы здесь переспим. А мне уровня не хватит. Блин, мне уровня не хватит. Черт. Я и забыл, что здесь ворота. Абсолютно забыл. Мне ж уровень нельзя было терять. А я сейчас не пройду, скорее всего. Да, я не пройду. Так, на улице опять дождь. Что ж делать, что ж делать? Мне нужно 2 единички еды. Как мне их добыть? Ну, это сложно. Еще не умереть, самое главное. Ой, блин, 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 блин. Блин, блинский. Да, мне уровень нужен. Я оттуда смогу выйти, а отсюда туда я не смогу пройти. Я вижу сверху иду, я даже знаю, как буду добраться, но не знаю, поможет это мне или нет. Попробуем. Главное, чтобы я не упал. Я иду, вижу, но, блин, как ее забрать? Во, забрался. Нормально. Сейчас мы еду соберем. Правда, я могу умереть таким темпом. Главное, аккуратненько. Аккуратненько. О, о, иди сюда. Блин. Как же ее аккуратненько собрать? Еще не умереть при этом. 2 еды. Они снизу. Рыбки эти. А если аккуратненько прыгнуть? Вот. Блин, я зачем ягодку выкинул? Стой. Во, поймал. Кушай. Где рептилии эти? Вот, поймал. Они такое ощущение, как будто бы дружелюбные. Они как будто специально делают так, чтобы я их поймал. Да? Заметили? А, кстати, а где рыбки? Там никого нету. Ай, в смысле? Чего вы делаете? Меня покусать, что ли, пытаются? Пустите меня. Я, видите, я занят. Подождите. Я вашего друга забираю к себе. А если я его к себе в берлогу заберу, интересно, что будет? Кстати, хороший вопрос. Надо будет попробовать. Я даже так сделаю, скорее всего. Так, иди сюда. Я тебя отпускаю. Беги.
Все. Еды у нас теперь дофига. Теперь поймаем для опытов. А, блин, подожди. Во, ловись. Во, поймал для опытов. И мы его теперь с собой забираем. Мы его убивать не будем, просто с собой забираем. Мне просто интересно, что будет. Если можно с собой... Блин, отпусти меня. Если можно с собой забрать... Ой, что я делаю? Этого крокодила. Интересно, что будет, если мы заберем с собой вот эту фигню. Можно забрать. Интересно, что будет. Давай. Не-не, я тебя не отпущу. Закрыли. Интересно, интересно. И что дальше? Только ощущение, как будто меня сейчас ночью убьют. Хотя возможно. Не, ну если крокодила этого можно к себе затащить, то возможно это поможет чем-то. Я правда не знаю, что будет. Но по-моему я просто игру сломал, потому что ничего не изменилось. Ну я его с собой просто возьму, как транспортник. Он мне пригодится. Давай, пошли. Ты теперь мой транспорт. Да, протискивайся уже, давай. Все, пошли. А интересно, сейчас я его отпущу. Со мной держаться будет или нет? Ого, что-то как 13 кадров, жесть. Да, смотрите, он рядом со мной ложится. Заметили? Он что, моим другом стал? Или нет, он мне показал. Ну-ка. Ну ладно, без разницы, друг он мне или враг, и я просто его с собой беру и буду использовать как воздушный шарик. Нормально, конечно. Не очень круто. Особенно с его стороны. Оу, новое место. О, и опять, слушайте, да вы достали со своими этими убежищами. О, новая история. Так, знаете, что я сделал? Я сделаю так. Не, съешь обратно. Да не эту съешь, стоп, поменяй. Эту съешь, а воду мы сейчас поищем. Подожди. Вторую сразу, нет, стоп. Я придумал, мы сначала вот это возьмем, съедим ее. Далее, что мы сделаем? Слушайте, а эта штуковина за мной летает, да? Или мне кажется? По-моему, она за мной летает, я точно не уверен. О, вода, шикарненько. Сейчас мы прямо здесь и поспим. Раз, блин, ты серьезно? Раз, сейчас мы поспим, перекусим, поспим. И сразу же пойдем обратно. Да ну блин, ну что ты кидаешь-то жестко? В смысле, что ты взял? Ты кирпич взял, серьезно. Во. Во, нормально. Да блин, ну кинь же ты нормально их. Че так соседуры кидают? Так, все кушаем. У нас обеденный перерыв. Подождите. Ну жри давай. Во. Шустрее. Шустрее. Во, нормально. И теперь мы что делаем? Еще берем. И кушаем. А, как я наверх заберусь? Ладно, разберемся. Попробуем. Ай, блин, упал. Подождите. Подождите меня, подождите. Во. Отлично. Правда, из-за того, что я микрофон к себе поближе прислонил, он меня ждет, что ли? Я не знаю, что он... Не, он улетел. Он бросил меня. А ну-ка, если я тебя снова возьму. Ты не против, дружбан? Теперь у меня новый друг будет. Так, заходим. А что такое? Это лежит, что ли? Ну-ка. А, нет. Нет, не уходи. Не бросай меня. Нет. Сволочь. Из-за того, что я микрофон слишком близко к себе прислонил, возможно, будут какие-нибудь помехи, но я их попробую исправить. Я сейчас занимаюсь именно тем, что звук настраиваю. О, новый сон. Ну и что? Ну, ничего интересного, окей. Из-за этого вы можете клавиши слышать. Ну, в смысле, как я стучу по клавишам. Я обычно это громко делаю, но надеюсь, это не так сильно слышно. А почему я не могу кончунь нажать? Дайте мне кончунь нажать. Ого. Раз, два, три, четыре. Нафига столько... О, смотрите. Вот это, видите, точки? Они показывают все убежища. То есть, если бы каждое убежище не пропускал, то, наверное, какой-то уровень бы повысился. Я не понимаю, честно, что это дает, но... Ну, забьем на это. Это, наверное, что-то дает. Это типа чивки, что-то типа такого. Так, ладно, я отойду на секунду, подождите. Я вернулся. И давайте продолжим. Сейчас мне вроде получше должно быть, потому что я
Ну, посвежее буду. Так, окей, побежали. Жалко, что я ничего не слышу, потому что я выключил динамики полностью почти что. Там чуть-чуть слышно, и все. Чтобы вы слышали именно саму игру, и как бы эхо вам не мешало. А то будет такое ощущение, как будто бы музыка дважды идет. Ну, накладывать. Еще и да. Окей. Я не против. Так, можно как-нибудь аккуратненько кинуть? Окей. Аккуратно так аккуратно. Аккуратность это не твое, я уже понял. А где вторая еда? Я чуть не понял. Раз, два. А где еще одна? Я ж там дофига еды кинул. Целых три штуки. Где вторая? А, где еще одна? А где она? А как я здесь пройду-то? Я ж умру. Не получится, скорее всего. А где еще одна штуковина? Я что-то я не пойму. Ладно, давайте попробуем. Но мне кажется, такое ощущение, что мы не пройдем здесь. Да ладно, справились. Жестко. Крутой слизнекот. Тупое имя. Надо какое-нибудь ему имя придумать, а? Мне так кажется, нет? Если вам так не кажется, то ладно. Ну, можете в комментариях предложить. Как-то сильно без разницы, но... Вау. Красиво. Ну, сравнительно, я имею в виду по... Схорл Лайн, как переводится, не знаю. Тут очень много воды. О, это из трейлера. Ой, это плохо. Если это из трейлера, это очень плохо. Это значит, что здесь будет большая рыбка. Большая. Вот это вот такая, да, рыбка? Уйди. В смысле? А что это такое? Ладно, не будем обращать внимания, просто... А, они не опасны, что ли? Они вроде как меня убивать не хотят. Это уже хорошо. Ой, вот это плохо. А вот это плохо. Вот эта птичка плавает. Не-не-не-не-не. Фу, фу. Да фу, сказал. Отвали. Дай подышать, дай. Подожди. А, уйди. Уйди, а. Нет, нет. Давай, как рыбка, давай. Плыви. А, я же сутону таким темпом. Дыши, дыши. Во, подышал, молодец. Все, подышали и хватит. Кушай пока. А, по-моему, он застрял. Но помогать я ему не буду. Да, по-моему, он застрял. Все, вали. Где я? Нифига я. А. Фух, выбрался. Видали, насколько я жестко так прыгнул? Ты ж не пролезешь сюда, я прав? Да. Там глубоко можно занырнуть, но проблема в том, что мне нужен как минимум какой-нибудь водолазный костюм, скорее всего. Интересно, в этой игре есть какое-нибудь, не знаю, растение, которое позволяет под водой дышать? Было бы круто. Мне кажется, должно быть. Так, а можно как-нибудь аккуратненько так взять? А, знаете, что я подумал? Можно сделать вот так. Воу, я не это хотел сделать. Я хотел в стенку воткнуть и... Ну, вы поняли. Что-то как-то мне сильно вниз не охота. Давайте посмотрим, что там. Мне кажется, вниз не надо. Нам нужно куда-то дальше. Куда это я? Хотя, тут еды много. И тут есть проход. Давайте здесь посидим. Мне кажется, тут что-то интересное есть. Эта серия у нас будет длинная. У меня времени много. Ну, сравнительно. Так что давайте попроходим как можно дальше. Кстати, насчет времени сейчас посмотрю. Да не, не так уж и много времени осталось. Это я уже снимаю где-то минут 30 или 20. Наверное, 30 или 20. 20, скорее всего. А, ну, еще 20 минут, так сказать, поснимаю и хватит. Потому что вряд ли вам интересно смотреть такие длинные видео. Кстати, можете в комментариях тоже написать. Хотя кто напишет. Вы обычно все в комментариях ничего не пишете, так мне ж нельзя выкинуть. В комментариях напишите, что лучше, длинные видео или короткие. Чё это? Ты меня убьешь? Да нет. А я его могу убить? Геноцидные нотки. Нет, ну, если я его убью, то толку мало. Я этот, пацифист. Я есть никого не могу, да? Да уйди. Толку нет, что я убиваю кого-то. Был бы толк, я бы убивал. А так смысла нет. Ну, убью я его, и ну и что? Ну, и толку. Он мне не мешает. Да, блин. А если возле... О, я понял. Слушайте, это как эти. Как насекомые. Сейчас, дайте догадку проверю. Времени еще много.
Там он убежище сверху, стоп. Поймай. Ну поймай его. Ну давай. А, вы поняли, что я хочу, да? Я хочу за него зацепиться. Использовать как... Почему ты нажим цепляйся? Да блин, фиг его поймаешь, а? Да ну подожди. Не, что-то он не сильно цепляется, если честно. Я сейчас утону. Будет прикольно, если я перед самым выходом утону. Перед самым убежищем. Очень прикольно будет, так что я лучше, так сказать, свое любопытство укращу. И лучше пересплю немножко. Ну, посплю тут, как сказать, переночу. Во, будет правильнее сказать. А что он такой красненький? Это свет такой? Немножко странно сделано, ну ладно. Кстати, времени мало оставалось. Опять пропустить не могу. Интересно, что сейчас будет? О, последний уровень уже, слушайте, я еще ни разу не умер. Удивительно. Для меня это вообще очень удивительно. The Saint. Saint я не знаю, что такое. И там еще какая-то полосочка красненькая. Что это значит? Я не понимаю, что это значит. И вдаваться в подробности сильно не хочу. Была бы русская вики, я бы почитал. Ну там есть русская вики, но она не очень такая хорошая. А в английской там слишком много переводить. И мне слишком лень. Тем более там на таком языке написано, что, ну как бы, разговорный английский. А я такой не понимаю. Так, в горле пересохло. Надо будет чай делать перед видео, особенно длинными. Я сталкер записывал перед этим видео сразу же. И даже не передыхал после него. Но я там сильно таким длинным видео и не делал, потому что я сразу умер почти. Так, куда мы шастаем? То есть, стороны в сторону. Фиг поймешь. Вот такая же труба, что ли? Ой, не могу, у меня горло болит. Секундочку. Ну, решил яблочко съесть. Скажу сразу такой совет. Яблочко для летсплейщика это самое то. Потому что... Ну, классная штука. Оно и жажду удаляет, и прикус такой во рту прикольный, что легче говорить. Только вопрос, куда мне идти? Налево или направо? Мне кажется, следуя моей логике, налево. Ой, направо. Чё слева? Слева... В смысле? Пустите? А, меня не пускает? Да ладно. Прям вообще не пускает. А, не-не-не-не. Нет! Да не вздумай умереть. В смысле? Чё... Он офигел? Вот скажите, он офигел? Какого черта он умер? Какого черта он умер? Там воздуха в легких было еще дофига. Че он задохнулся-то? Не понимаю его. Окей. Кстати, у нас еды еще полно. То есть можно еще разок переночевать, если я что-нибудь такое простенькое найду. А, блин, опять подниматься. Ой, ладно, я перемотаю. Так, я уже наверху. И смотрите, что тут появилось. Тут этот. Растение выросло прикольное. Давайте съедим его. И давайте направо поплыли. Плавь. Я бы какой-нибудь транспорт нашел. Но, я так понимаю, в этой игре транспорт найти очень сложно. Как, что же мне здесь делать? Мне кажется, надо как-нибудь вот так, да? Опять ты. Ты меня уже... Да? Отстаньте, ой, чуть не утопили, слушай. Хватит меня топить. Мне что, специально топят, да? Отвалите. Убью же. Вы ж меня знаете. Выбесите, я вас убью всех. Вот всех прям убью. Устрою прям геноцид, только у животных. Йо! Прыгай, давай, ускоряйся. Повезло. Фух, сейчас жестко повезло. Дыши, дыши. Полный вдох, глубокий вдох, выдох, вдох. Так, давай, я хочу тебя еще раз поймать. Поймать и... Вы поняли. Ускориться попытаться с помощью него. Ой, он меня сейчас утопит. Нет. Ух. Короче, плывем вправо. К черту. Потому что я не пойму, как туда забраться. А, вправо нельзя. Это единственный вариант. Волну ждем. Волна и прыжок. А. Волна. Вот. Да, это просто. Фух, валим. А куда мы сейчас попадем? Опять труба, да ладно. И куча еды. Вот это я люблю. Вот за это спасибо. Раз. Давай еще. Похомячим. Так. О, как я ту еду достану? А, тут можно было забраться, серьезно.
Все, и вниз. Шух. Давайте. Прыжок веры. У-у-у. Ай, сейчас утону. Не надо. А, подышим. А тут, кстати, врагов нету. Тут даже и прятаться нет кого. Потому что, ну, и сражаться не с кем. Потому что я никого не вижу из враждебного. Что такое сверху красненькое? Ой, нет! Только не вы. Вот только не вы. Валим, нашел себе противника. Жесткого причем. Так, давай, просовывайся. А это что? Там наверху что-то есть. По-любому. Но что это? Слушайте, ну нафиг. Я трусишка, я знаю. Валим отсюда. Так, быстрее. Бежим. Ай, блин, да не в ту дырку. Во. Я знаю, что там что-то может быть. Что-то может быть. Но умирать мне точно не нужно. А, тем более, там... О, там кто-то есть. В смысле? Или мне показалось? Там... А, в смысле? А чё она... Почему она моргает? А! О, всё, понял. Я понял уже. О! Акула или... Я не знаю, как его назвать. А, я уже наелся этот футы. А чё он красный? Ой, я его покормить. Смотрите, я ему корм дал. Он красный был, а стал синий. Видели, да? Я ему дал еды, он стал с красного на синий, то есть он как бы добрее стал. То есть он до этого пытался меня утопить, а сейчас он стал более добрый. То есть тут можно налаживать отношения с организмами. Так, типа путь пацифиста в Undertale. Так, ну я туда что-то не очень хочу, если честно, там что-то ползать надо, это долго. То есть тут можно, видите, убивать, можно прятаться, а можно дружиться. Прикольно. Очень. В смысле, там что-то было? А, нет, это красненькие эти. А интересно, теперь он может мне помочь? Нет? А что камера так меняет? Тут же нельзя пройти. Не пойму. Да блин, ну залезь ты. Какой-то калич у меня. Они персонаж? Давай, ура. Ура. Сейчас мы, наверное, снова будем вверх подниматься, угадал? А где мне... О, переночевать. Вот про это я и хотел узнать. Давай, ну блин, нудное занятие, ужасно. Еще тем более он тупит так жестко. Вот, поднимись. Прыжок. Поднимись. Прыжок. Поднимись. Прыжок. Поднимись. Прыжок. Это уже достало мне так сильно, что не представляете. Там, кстати, куча еды. Ну ладно, это нам сильно не важно. Так, давай, засыпай. Я посмотрю время. Время у меня еще 10 минут. Ну, я буду немножко потихоньку закругляться. Не знаю. Да, наверное, на этом и закончим. Потому что, ну, уже достаточно не так далеко зашли. Очень далеко причем. Я не знаю, сколько мы сохраним. Ну, не знаю, по-моему, еще ни одной серии не было, в которой я так далеко зашел. Это мы три убежища, две, ну, одну локацию прошли. Куча комнат этих, ну, вы поняли. Локации, как они там называются. В общем, дофига мы зашли, очень далеко, не знаю, что будет дальше, но пока на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!